Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как создать свой пресет, то бишь запись и редактирование в мобильном приложении Lightroom. Итак, у нас фотография в Lightroom открыта, которую мы хотим скопировать настройки и создать свой собственный стиль из настроек редактирования, которые мы здесь поставили. Для того, чтобы создать пресет, нам надо нажать на верхние три точки. И здесь мы видим вкладку «Создать стиль». Здесь показаны наши опции редактирования, и мы можем назвать имя стиля. Назовем это «Тест». Также можем создать группу стилей, либо это будет только пользовательский стиль, один, которым будете вы пользоваться. Нажимаете на галочку, и все. Теперь у вас создан свой пресет, свой стиль в Lightroom. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info, и до новых встреч!